Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeget пришел актуальнейший вопрос, как христианину отмечать Новый год. Как понимаю, вопрос разноплановый, постараюсь остановиться на каждом смущающем вас моменте. Ну, мне кажется, многим и так понятно, но все-таки на всякий случай скажу, что, естественно, христианин не может никого поздравлять с годом тигра. Вроде бы ерунда, вроде бы все поздравляют, и на работе, и магнитики с тиграми, и желают тебе, чтобы там сила у тебя была, там, тигр, как у тигра, и нам на столе там, чтобы все было там вкусное, мясное и так далее. Но мы не должны участвовать в этом канале. Умничать не надо, конечно, говорить. Мы христиане, для нас не год тигра, для нас год Христов. Лето Господне благоприятное умничать не надо. Если, конечно, так настаивают, и это очень близкие родственники, и говорят, вот, чтобы тигр был к тебе, к тебе благоволил, надо сделать первое, второе, пятое, десятое. Тогда надо сказать, слушайте, ну, я христианин, и вот эти вещи совершенно как-то не коррелируются с моим мировоззрением. Это восточная мистика. Она не, это не сферический конь в вакууме, это религиозная идея. Да, потому что одно дело: ну, тигренок на тарелочке изображенный, тигр как тигр, да, банан как банан, обезьяна как обезьяна, э, в учебнике, на кубиках, в зоопарке. То есть без какой-либо сакрализации то, пожалуйста, играйся, читай, купи себе 10 тысяч плюшевых тигров и радуйся жизни. Вот. Но когда кто-то говорит, что тигр тебе поможет в этом году, что надо, чтобы на елочке обязательно висел шарик с тигром, надо, чтобы магнитик был на холодильнике, надо, чтобы на столе особая еда стояла, и календарик обязательно висел на стене с изображением тигра целый год. Это уже религиозная идея. Тут есть сакральная составляющая. И, друзья мои, Господь отвернется от вас, если вы будете верить, что тигр тебе поможет. Ибо кто тебе помогает, тот и твой Бог. Бог-ревнитель. Он именно так описывается на страницах священного писателя. «И поверит твой, да будет тебе. Верю, что тигр поможет. Хорошо, Бог отходит. Не потому что обижается, а потому что не может помочь. Потому что ты впустил в свою жизнь другую сущность. А какую? кто стоит за другими религиями, языческими, друзья мои? Бози и не бесове суть. Знаете церковнославянский? Думаю, понятно, о чем я. Поэтому не заигрывайте с тем, что сейчас наполонит все, все, все каналы, газеты, все социальные сети. Все будут поздравлять друг друга с годом Тигра. Нет. Скажите спасибо и вас с наступающим, и вас с Новым годом. То есть поправлять не надо никого. Умничать, учите. Вот, не надо. Просто сами в эту игру не играйте. Нравится Нравятся тигрята. Просто как тигрята купить там ребенку. Но не потому, что год тигра, и надо обязательно ребенку плюшевого тигра купить. Вдруг вот коллекционируют тигров. Это не значит, что в этом году мы тигров не покупаем, потому что это символ этого года. Нет уж, через год будем покупать. Нет, здоровую рассудительность включаете. Не всякий тигр, обезьяна или лошадь является действительно чем-то таким нечистым в конкретный момент времени. Ну, думаю, с этим ясно. Правда же? Хорошо. Что касается празднования Нового года, корпоративов и так далее. Ну, вопрос стоит очень просто. Или идти, или не идти. Если идешь, то есть, что дают. Если не идешь, ну, замечательно, там, пост сохранишь. Но одно дело не идти на корпоратив, а другое дело не идти на этот Новый год к бабушке, дедушке, к родителям, потому что они не хотят конкретно для тебя готовить постное оливье, дорогущий стол с морепродуктами. Позвали в гости. Ну, не умничай, ешь, что дают. Сделаю для тебя отдельную полянку. Ну, замечательно, ешь свои постные продукты. Подними бокальчик постного шампанского. Не надо поднимать третью-четвертую бутылочку шампанского, это уже действительно противоречит духу Писания, ибо апостол Павел сказал, не упивайтесь вином, в нем бы есть блуд. Это тоже проблема всех новогодних корпоративов. Каждый гинеколог знает, что январь месяц самой такой объемной работы в абортарии потому что количество незапланированных беременностей зашкаливает все другие месяцы. Так что, друзья мои, на корпоративах тоже ведите себя благочестиво. Не забывайте, что вы христианки и христиане не только в стенах храмах но и на каких-то совместных Тусовках. Уж действительно проще не идти, если ты знаешь, что закончится не, непонятно чем. Потому что не быть вот, частью всей этого канала не получится. Вот, а не сможешь ли ты в какой-то момент. Э, перестать себя контролировать, тоже большой вопрос. Но вернемся опять же к еде. Кто-то может со мной не согласиться. Нет, надо ни грамулечки, молочной кислоты даже себе не допустить, если где-то написано на каком-то продукте. Там, высматривать обязательно состав печенья, пряника или чего там еще не будет. Пусть там и не вы, выбегает корова из этого пряника, когда ты его разламываешь, но все равно же там же домик, меш... Или остатки, часть какого-нибудь сухого молока присутствует, все значит, это печенье не постное. Ну, на самом деле такое элементарное фарисейство, потому что, мне кажется, у меня больше претензий к постному майонезу, который по вкусу, практически такой же, как и не постный, чем к тем продуктам, которые имеют в составе какие-то незначительное количество молочных продуктов, но при этом совсем ну, по вкусу ни молоко, ни мясо не напоминает. Вот, я повторюсь, у меня больше претензий э, к чипсам с ароматом бекона, которые формально совершенно вроде бы постные, но по факту-то ну, не совсем. Мы уже давно научились делать постные столы, такие, что уже повкуснее будут с коробных столов. На самом деле, мы уже давно зашли с черного хода в эту обитель постного чревоугодия. Вот. Ну, еще важный момент, если вы все равно согласились ради любви к родителям и к некоторому снисхождению к ним в этот день пост нарушить, то это не значит, что по, идя по дороге домой, вы теперь даже можете мороженком догнаться, и еще какой-нибудь вкусняшкой, которая не было на стыле у родителей, мол, ну все равно же согрешили, теперь еще поедим еще чего-нибудь. Домой придем, сейчас еще пельмени наварим, потому что у родителей было вкусно, но мало. Ну вот уж этот день мы точно теперь уже добьем до конца. Не-не-не, дома, на улице все равно пост соблюдайте. Здесь вы совершили действительно такое некоторое снисхождение любви. Как и многие ситуации, между прочим, совершали. То есть это не я придумал. Не то, что такой батюшка либеральный на экзегет позвали, вот теперь рушат все устои и нормы общественной жизни духовной. Сейчас еще вот, понабирают таких и ведут изменения в символ веры. И сейчас еще с католиками целоваться начнем. И вот придет скоро антихрист. Друзья мои, нет. Если покопаться в отцов, мы найдем множество примеров подобных же, из, подобных поступков в качестве... Примера снисходительной любви к немощим друг друга. Не разгневаться на нас, Господь, метеорит на небо, с неба на вас не упадет. И примет Господь ваш пост и ваше рассудительное нарушение поста. Потому что сохранение любви превыше всего. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.